Парикмахер Хусейн Фалих из Багдада мечтает когда-нибудь выставить свои работы в художественной галерее. Он создает особенные картины. Вместо красок или карандаша используют состриженные волосы клиентов. Этому творчеству Хусейн посвятил уже много лет и накопил большой опыт. Говорит, что для картин использует волосы разного цвета. Я храню волосы. У меня целая коллекция волос, из которых я делаю картины. И я использую не все волосы клиентов, а только определенные виды. Парикмахер даже в жару не пользуется кондиционером или вентилятором, бережет волосы. После стрижки сразу собирает ценный материал. Многим клиентам приятно, что их волосы превращаются в произведение искусства. Хусейн нашел новое направление в творчестве, а я торговец картинами, инженер и художник. Стиль Хусейна очень своеобразен. То, что остается после бритья или стрижки, он превращает в картины, и он прекрасно разбирается в этом деле. Впрочем, не все бескорыстны. Иногда встречаются люди, которые добры ко мне, но некоторые говорят: «Это мои волосы, сколько денег вы мне дадите?» Пока у Хусейна нет возможности провести персональную выставку, но его картины можно увидеть в парикмахерской.